Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я же делюсь с вами только информацией. И это видео по новой криптомонете Niobe Cash. Это официальный сайт, и здесь все можно прочесть. Я под видео оставлю ссылочку на этот сайт. И можно, кто захочет, установить себе как бы кошелек на компьютер или взять кошелек с биржи Krex24, откуда я и брала. У меня и кошелек как бы на бирже, с биржи кошелек, и вот такой вот у меня установлен. Но здесь идет синхронизация очень долго, и как если вы будете устанавливать кошелек, обязательно сохраните резервную копию. Вот, потому что это у меня уже второй кошелек. Я здесь только намудрила с этим кошельком. Вот. Такие вот дела. Ну да ладно. Давайте перейдем на кран. У меня было 20 монеток. Я их поставила сегодня на биржу, на вывод на биржу Krex24. Значит, вот сюда вбиваете адрес. Далее разгадываем капчу. И нам каждые 30 минут начисляет 0,37 монет. Набирается монетка очень быстро. Вот, потому что я уже, это у меня третий вывод, скажем так. Первый вывод я профукала, так как я установила первый кошелек. А, так как он долго очень синхронизируется, я не сохранила резервную копию, удалила, переустановила по новой. А монетки сюда, короче, ну монетки профукала я, 20 монеток. Потом вот я вот сюда уже вывела монетки, они здесь как бы висят, когда у меня будет все синхронизируется, они никуда не денутся, они появятся у меня на кошелечке. И вот уже сегодня я вывела, я же баба упертая, так сказать, вот, и на биржу. Значит, смотрите, давайте по вкладочкам, но вот здесь как бы вбиваем адрес. Далее капчу и раз 30 минут собираем 0,37. Так, и минимум на вывод 20 монеток. Значит, здесь вот история, history. Вот это я все собирала. И вот сегодня виндрав 3.06. Я вот все, у меня монетки вывелись. Здесь вывод. Как наберется вот монеток, значит, и можно нажать вывод сюда, и монетки выведутся. Здесь будет находиться партнерская ссылочка. Кому интересно, я оставлю под видео. Далее переходим на биржу. Так, как это мы? Не обе. Надо так. Сейчас скопировать. Не обе. Ставить. Посмотрим, сколько эта монетка у нас стоит. Поиск. Так, вставляем Niobe. Так, вот Niobe Cash. Первая. 37 монеток. У меня 20 монеток. Цена торгуется она с BTC. Значит, где брать адрес? Нажимаем счет. И вот у меня как бы я скрыла нулевые балансы. Это вот все мои монетки. Значит, вот моя Niobe Cash монета. Вот мой вывод. 20 монеток. И номер кошелька брать. Вот здесь пополнить. Нажимаете сюда. И вот сгенерируется адрес. Нажимаете сюда, копируете. Вставляем на кран. И собираем монетку. Далее. Так, и здесь вот отчеты есть. Нажимаем отчеты. И вот история платежей. И все наши вот монетки, как бы, которые мы тут
на бирже, да, вот у меня несколько здесь монеток я собираю. Вот моя Niobio Cash NBR. Смотрите, вот 3.06. Получен 20.85. Так, 20.85. И что там history? Вот, 20.85. Вот мои монетки. Они пришли. Вот уже 40 подтверждений. Они сначала сюда. Потом, когда будет уже точно число, ну, 40 подтверждений, например, из 40 или 8 из 8, вот только тогда они появятся вот здесь. Счет. А так до этого они не появляются. Ну что, кран платит. Монетка не помешает, конечно, мне. Кому интересно, ребят, пользуйтесь. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Ссылочки все будут под видео. До новых встреч.